специальное предложение сегодняшнего дня. Сегодня каждая вторая семья в России старается экономить. И мы думаем, на чем же нам сэкономить? Давайте сэкономим на порошке. Мы откажемся от обычного порошка, потому что он бывает токсичен. Он оставляет следы на ткани, и выберем инновационное средство для стирки Дизолва. Это не порошок, это специальные листы, которые вы погружаете даже в холодную воду и всегда получаете превосходный результат. Я обожаю Дизолва, использую его с декабря прошлого года, когда он впервые появился на телеканале Шоп-н-Шоу. Цена только сегодня 1499 рублей. Если вы считаете себя прогрессивной хозяйкой, попробуйте Дизолв, и вы к обычному порошку никогда больше не вернетесь. А если вы хотите пользоваться стиральным порошком, ну посмотрите наш прямой эфир, может быть, вы передумаете и не будете такой непреклонной. В моих руках годовой запас. Понимаете? Годовой запас. А вы скажете, синяя упаковка, зеленая. Что это значит? Зеленый выбирают те, кто не терпит никакого запаха на одежде. Легкий, едва уловимый аромат свежей стирки получат те, кто выберет синий. 1499 рублей цена. Вы обожаете моду. Вы сейчас заказали в эфире Миколы Комедрова много всего, но я хочу представить вам нашего удивительного мистера Всезнайку, потому что долгое время Алексей Мичурин был консультантом крупнейшей клининговой компании. Более 7 лет, он тестирует средства для стирки, для чистки и знает все о Дизолв. И надо признать, что из огромного количества средств для стирки мы с Алексеем Мичуриным выбираем Дизолв из Канады. Почему? Ну, сразу же давайте проведем сравнение. Вот он, обычный стиральный порошок, которого требуется 250 граммов на 5 килограммов белья. То есть это целый стакан, который рассыпается и раздражает нашу слизистую оболочку носа. Здесь в одном листочке содержатся все необходимые компоненты на те же самые 5 килограммов белья. Сравните, какой расход обычного порошка и какой расход нашего листового стирального порошка. То есть, в первую очередь, это экономично, и мы с вами экономим время и место на хранение. Теперь давай проверим растворимость. Давай. Это тоже одна из главных характеристик порошка, чтобы он быстро растворялся даже в прохладной воде. Здесь у нас вода порядка 40 градусов. То есть она теплая, но при этом не горячая. Опускаем наш листовой стиральный порошочек. Моментально начинает впитывать влагу. Класс. И моментально начинает растворяться. Что происходит с обычным порошком? Он падает вниз, оставаясь нерастворенным. Вот они, гранулы обычного порошка. И вот он, листовой стиральный порошочек, который быстренько и моментально растворился в воде. Давай нам возможность прямо сейчас уже начать стирать. Давай начнем стирать. Да, давай. Берем два кусочка так, ткани, загрязняем. Нельзя терять ни секунды. Сколько 1499 рублей. Посмотрите. Цена только сегодня. Что ты сделал? Чем ты испачкал? Два кусочка ткани, это йодный раствор. Вот такие вот, не жалею, да, на этого сначала ты постирал раствора. В йоде, теперь постираем да. в воде. И теперь мы стираем один кусочек ткани, это твой. Спасибо. Держи тебе для твоего. Спасибо, да, большое. И один для моего. Погружаем и бултыхаем. Один, два, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Ищем пятна на моей салфеточке. Ни одного пятна не осталось. Что с пятном на Анжелике? Оно осталось. Сколько пятен, да? Да, посмотрите, вот он результат. Вот так работает Дизолв. Моментально, быстро, эффективно и безопасно. Не верите? Вот ответьте на вопрос. Вы не верите, что так работает Дизолв? Мы с вами в прямом эфире. Позвоните нам в прямой эфир. Поделитесь своими впечатлениями. Помогите хозяйкам выбрать безопасное, эффективное средство. Посмотрите на результат. Это что-то умопомрачительное. Знаете, у нас разные средства для стирки представлены. Но мы с Алексеем Мичуриным выбираем Дизолв. Почему? Потому что он эффективен. Я на первое место ставлю эффективность. Обычные порошки ничего не отстирывают. Они забивают стиральную машину, потом выходят из строя, там нагревательный элемент и так далее. Вот, простое средство. 96 стирок. Это ваш годовой запас. 1499 рублей. Посчитайте, сколько вещей вы выводите из гардероба, когда на них появляются пятна? Что вы с ними делаете? Вы их выбрасываете. И вот она, где начинается экономия. А с помощью Дизолв вы сразу же все загрязнения сможете убрать. Сделано в Канаде. Почему мы делаем на этом акцент? Кстати, 3 упаковки хватит на год. Потому что в Канаде очень строгие стандарты безопасности. Канада славится своей практически первозданной природой. Сделано в Канаде — это гарантия качества, безопасности, экологичности и, опять же, эффективности. Я эффективность Дизолв ставлю на первое место. Гарантия эко-качества и сертификат соответствия экологическим требованиям. Если вы равнодушны к экологии, вам вообще все равно. Вам главное, чтобы вещи были
чистыми, так вы тоже выбираете Дизол. У нас цена снижена, 1499 рублей. Давайте зайдем на официальный сайт Дизолва, что мы там увидим. Три пачки за почти 3000 рублей. Посмотрите, 2997. 2997, да? А мы предлагаем за 1499. Выгодно? Выгодно. Вы никогда ничего не заказывали на шоп-н-шоу, но смотрите нас уже много лет. Так закажите же Дизолв, понимаете? Это высочайшее качество. А почему это высочайшее качество? Вот у нас отзыв был в предыдущем эфире, мы его зачитывали, что никто не ожидал такой эффективности. Но вы-то сейчас, заказывая годовой запас, ожидаете эффективности или нет? Позвоните нам в прямой эфир. Да, друзья, эффективность – это главная характеристика любого порошка, любого отстирывающего средства, и поэтому здесь мы вам показываем всевозможные эксперименты с разными абсолютно вещами. Вот сейчас мы поговорим об эффективности и экологичности. Чем ты испачкал? То есть безопасности для наших детей. Кетчуп попал на слюнячик, смотри, как кетчуп сразу расползся. Варенье и свежая ягодка, вот она в виде клубнички здесь у нас используется. То есть то, что обычно бывает на слюнявчиках у ребенка. Да. Что мы делаем? Мы сейчас возьмем слюнявчик и постираем в нашей баночке. При этом я буду использовать даже не половинку, а четвертинку нашего стирального листового порошка. То есть целая половинка, целый лист идет на 5 килограммов, а четвертинка буквально на 1-2 вещи. Вот так мы погружаем в баночку, дальше погружаем сюда наш слюнявчик. Здесь моментально Дизолв опять же растворяется в этой самой баночке, давая нам возможность быстро, даже в прохладной воде, вот так вот одной рукой постирать этот самый слюнявчик и показать вам великолепный результат. В первом эфире более 1500 наших наборов разлетелось. Можете заказать один пакетик, 999 рублей. Это абсолютный бестселлер. Посмотрите, какой результат. В считанные секунды клубника, кетчуп, любые другие органические загрязнения, кофейные пятна, там, я не знаю, вино. Да, то есть смотри, здесь Дизолв быстро растворился, быстро вывел эти пятна и быстро выполаскивается, не оставаясь на слюнячке. То есть не попадет в пищу, а значит не будет вредить здоровью нашего ребенка. Любые пятна. С любых видов тканей, кроме шелка и шерсти, будь то трава, которой будет много, дети на лужайке сидели, или вы пошли на пикник, и ваши любимые джинсы испачканы. Вот посмотрите, белая футболка, вы видите, она становится кипенно-белой, а также посмотрите, розовая, вот наверняка это какой-нибудь кетчуп, черные ткани, ведь Дизолв подходит и для цветной, и для черной, и для белой ткани. Универсальный, это не порошок. Смотрите, огромное количество отзывов я не встречала о Дизолве, ни одного отрицательного отзыва. Мы тоже даем Дизолвы 5 звезд. Попробуйте. Пока вы не попробовали, вы продолжаете дышать вот этим испарением от порошка. Вы продолжаете таскать, простите меня за грубое слово, из супермаркета эти пакеты. Вы продолжаете сокрушаться, что ваш порошок ничего не отстирывает. Так зачем он нужен? Откажитесь от него. Это лучшая первая покупка. Выбирайте. Синий – это свежая стирка, аромат едва уловимый. Или, например, без запаха. Звоните нам. Мы ждем ваших звонков. Номер телефона бесплатный. Пусть это будет ваша первая чистая покупка.